Сейчас мы на практике проверим известный феномен ограничения складывания бумаги, который гласит, что обычный листок офисного формата можно сложить не более 7 раз. Вот бумага, вот сгибатель. Приступаем. Сгибать, конечно, это не раздалбывать, но тоже вид деятельности, близкий по духу нашим героям. Есть. Поэтому у них есть все шансы на успех. 2. Угу. 2. 3. Угу. 3. По-моему, даже 7 не будет. 4. Угу. Не знаю, у кого там получилось 7. 5. 6. Настенька даже до 7 не дотянула. А как дела у мужчин? 7. Шеф, вы гениальны. Ну что ж, как известно, бумага все стерпит. Ну а нам время переходить к другим материалам и к другим исследованиям. Все стерпит и не даст сдачи. Именно поэтому кто-то у нас такой смелый.